Ну что, на сегодняшний день вот такая ситуация. Мы поклеили вчера фартук, и здесь где-то три панели ушло. Сегодня в планах вот эту стену. Посмотрим. Потому что это, конечно, нелегко. 2 часа ушло на фартук, клеили прямо на плитку. Клей момент фикс, покажу вам тогда. Сейчас включу свет, как при свете, покажу вам поближе тогда панели. Вот так поклеили фартук. Стыков не видно, потому что одной панели на всю длину фартука не хватило, да? То есть мы клеили по раковине, а внизу, видите, вот тут стыкуется еще чуть-чуть, и вверху не хватило. То есть вот отсюда здесь стык тоже немного. В общем, в целом они смотрятся обалденно. Почему именно они? Потому что отзывы потрясающие. Вот, кстати, цветок Фикси купила. Такой красивый стоит пока. Вот, сейчас я покажу вам их поближе. Оптическую стабилизацию отключу. Лучше видно всю их рельефность. На момент фикс клеились они очень быстро и легко. То есть он моментально схватывается. Кое-где местами там уголочки вот так чуть-чуть придержишь, и все. И нормально. Вот такой у них рельеф. Вот, допустим, где у нас с вами стык. Даже стык не найду. Вот, вот он стык. То есть его видно только если прям приглядываться, да? А так ничего не видно. По бокам они тоже хорошо стыкуются. Так, где у нас стык? Вот стык. Вот стык по бокам, да? Как бы все отлично, все замечательно в этом плане. Мне очень нравится. И этим же клеем момент фикс, да, я вот тут прошлась угол, потому что сгинать пополам панель не вариант было. Ну, не приклеилась бы она так, поэтому разрезали. Естественно, там получается шов. Но так как тут раковина и вода, поэтому я прям прошлась вот так клеем толстым слоем, пальчиком прям вот так замазала. И то есть вот такой уголок, который смотрится тоже достойно. Еще хочу вот здесь возле раковины пройтись немножко, потому что есть зазор с одной стороны, да? А здесь нету за раковиной, как бы она плотно туда вставилась, легла, как бы все хорошо. А вот там сбоку немножко есть. В целом вообще достойно. Сегодня с утра уже они приклеились намертво. Их прям... Вот, чтобы отодрать, это нужно приложить усилия, наверное, но я не пытаюсь. Клей, он как камень практически, да? Поэтому классно, смотрится очень здорово они. И можно как бы фартук отдельно ими делать. Но я хочу все. Я хочу все, хочу сделать все. Вот эту стену, может, сегодня сделаем. Вот эту хочется тоже. Посмотрим. Пока вот так. Начали, точнее, вот эту стену, вот, потихонечку, клей закончился. Завтра доделаю, наверное, вот эту стену с заходом вон туда, и пачка панелей кончится. Потом вот эту стену посмотрю, ее легче уже делать, она ровная. Но вот так мне прям нравится. Девчонки, что мы имеем на день сегодняшний? Я сходила в магазин, купила уголок. Он у нас пойдет, сейчас покажу, куда. Пластиковый, белый, обычный вот такой. Так, он у нас пойдет на эту стену. Я попробовала загинать панель, но ее так фиг приклеишь. А еще сейчас покажу клей, который не надо покупать. Потому что у нас кончился момент фикс. И мы взяли клей, который, блин, в 2 раза дороже. Момент фикс на зоне стоит и на Валберс 200 с чем-то рублей. А этот почти 500. Его в рекомендациях причем писали, не знаю. Я начала клеить вот эту стену, момент фикс закончился, я начала клеить вот этим ужасным клеем эту стену, нифига не приклеивалась, короче, муж мне поехал и купил момент, но не фикс, правда, а какой-то другой, жидкие гвозди момент, ну, не суть, важно, да, вот. А, значит, что я поклеила? Я поклеила там вверху, это я прижала, потому что этот клей Г, вот эту штуку, до сюда. А вот здесь у меня получается зазор. И я вот не знаю, что мне сюда придумать. То есть вот так какой-то кантик небольшой, который будет отделять, ну, получается, зону плитки от дальнейшей стены. Надо что-то придумать. Можно было сделать эти панели и в накладку. То есть, чтобы не видно было, да, вот так вот прям наехать и все. Но я так делать не стала, мне так не понравилось. Я придумаю здесь какой-нибудь кант красивый. Уголок сюда не подойдет. Ну, либо совсем мизерный. Совсем мизерный уголочек такой беленький сюда и сюда, да? А кто-то писал, ой, панели, на них облокотишься и туда-сюда. Нифига с ними, девчонки. Хоть падай на них, хоть рушься, хоть что делай. Ничего с ними не произойдет. Сейчас я вам покажу, как я их клею, потому что я вам сам процесс не показала, да? А много кому интересно. То есть сейчас я подберу, наверное, сверху начну.
Или нет, не сверху. Наверное, я вот отсюда начну, откуда я начинала. Я с этой панели начинала, чтобы у меня ровно вот так все шло. Вот здесь я сейчас приклею. У меня есть тонкая как раз вырезка, полоска. И на этой полоске я вам, собственно говоря, сейчас покажу, как я наношу клей и как я клею. Это очень быстро и очень удобно. С панелями нифига, девчонки. Облокачивайся, долби по ним. Кто-то вчера мне просто в комментариях написал, что они там трескаются или еще что-то. Насколько они толстые, тонкие. Сейчас все покажу. Изумительно. У меня просто вот восторг. Один восторг. Видите, девчонки, я вырезаю необходимую мне деталь. Либо это целиковая панель. Беру пистолет. Не знаю, сейчас получится. Одной рукой не получится. Давить давай. Одной рукой тяжело просто им работать. Двумя. И точечно наношу. Вот тут по краям могу не точечно, а прям вот так полоской. И где углы получше. Дальше вот так. Чуть-чуть. Вот в этом месте потолще. Так, вот здесь внизу. Очень неудобно, девчонки, одной рукой клей давить. Сейчас я нанесу и покажу вам. То есть, если это целиковая панель, я могу вот здесь посередине прям точку поставить, да, вот на этих выемках, которые к стене будут прилегать, одно, и все. Маленькая я нанесла, конечно, побольше. Когда деталь большая, я наношу поменьше. Сейчас приклею, заодно покажу вам клей звезда, который покупать не нужно. Приложила, придавила в тех местах, в которых нужно. Вот здесь я еще люблю пальчиком вот так вот промазать, тогда вообще швов не видно даже при ближайшем рассмотрении. А так их и так не видно. Вот тут вот, вот так, оп, 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 оп. Вот где клей вылезает, видите, так пальчиком проведешь, и швов не видно. Вот, вот здесь вылезает, вот так, оп, оп, смотрите, видите как. Вот, я вот так люблю, когда я клею стыки. Все, рукой приложила, все, она встала уже намертво. Он, конечно, не высох, но она уже держится. Все, все отлично, погнали дальше. Этот клей, который покупать не нужно. Он не моментальный. Он Г-полный, он ничего не приклеивает. Это надо стоять полчаса, держать одну панель. Гадость редкостная. Не берите. Потом этим же клеем, это я наверх залезла, я проклеиваю стык в углу. И разравниваю его, если я не достаю, знаете, чем сейчас покажу, девчонки, сейчас. Ложечкой. Чайной вот этой стороной вот так ровненько веду, чтобы он был ровный. И пальцем еще очень удобно. И пальцем очень удобно все подразровнять. Сейчас чуть-чуть подразровняю. По бокам стереть лишнее. И быстро мою руки. Он отмывается сначала хорошо. Вот так что вверху в угол промазала стык. Вот он таким же образом аналогичным промазал. Смотрите, как аккуратненько смотрится возле раковины. Тут я вам говорила, я тоже замазала. Смотрится очень аккуратненько. Когда высыхает прям вообще. Эта стена готова. Все, доделала. Теперь вот тут вот думать буду, что делать. Что-то мне прям мысль пришла. Там плинтус так хорошо отодвигается. Надо купить беленький плинтус. Вот так. Все очень четенько и красиво, да? Стыков не видно. Все замечательно. Осталась мне вот эта стена. И уголок потом сюда сейчас, если хватит панели, не знаю. Потом будем на вот эту стену напротив панели заказывать. Мне, кстати, народ спрашивал, где у вас холодильник. Вот он у нас, холодильник. На хлам не обращайте внимания, у меня так всегда рабочий процесс, сейчас убираться буду. Или, может, до клея буду убираться. Вот, вот он у нас возле окна. То есть, вот окно, здесь вот эта сторона, здесь холодильник, здесь стол. Вот. Так что, уже прям вообще фэн-шуй. Хочу подальше отойти, чтобы захватить всю картину целиком. Вот так. Вот. Прибралась. Котлетки уже жарятся. И знаете что, вот тут заделала клеем тоже пока шов, потому что он меня бесит. А потом я как-нибудь разграничу, может быть, даже что-нибудь темно-серое, знаете, какую-то полосочку, что-то типа вот, который клеится. Ну, в общем, красиво придумаю, разграничу, так чпунь. А может и беленьким, не знаю, подумаю. Можно было, конечно, фартуку так разграничить. Но нет, не хочу. Вот так, когда цельный, смотрится гораздо красивее. Как вы считаете, девчонки, пишите. А вот тут... Ну, тоже что-нибудь приклею. Вот. Так что вот так еще покрасить розетку хочу завтра тоненькой кисточкой. Прям вот эту, она тут, видите, накладная такая. У нас немного что подключено, удлинитель тоже какого-то цвета поганого. А розетка вообще бежевая, удлинитель бежевый. Вот их беленьким тоже прям покрашу, пройдусь тоненькой кисточкой. Будет красота. И будет прям все супер. Пока мне очень нравится, я прям довольна. Я вам не говорила, крышку мы от плиты сняли, убрали, потому что мне здесь она ни к чему. Мне не нравится.
да? Хотя вроде как она защищает эти панели от брызг, но посмотрим, как в этом плане все будет происходить. Посмотрим. Я вот так вот, чтобы у меня прям туда брызгало, не готовлю. Либо с крышкой, надо вообще купить, знаете, такую сеточку от брызг. И всегда готовить с ней. То есть, если не крышка, то вот эта сеточка. И класс. У кого есть такие сеточки, напишите, помогают или нет. Так что все здорово. А, кстати, да, на ту стену мне не хватило панелей. Осталось всего две с обрезками. Поэтому заказала на Wildberries еще. Придут. 20 штук еще заказала. Надеюсь, и туда хватит. И на эту стену. И будем делать дальше.